Шановні пані і панове, ми починаємо нашу третю панельну дискусію. Прошу зайняти місця. Дякую. Представляю модератора панельної дискусії Максима Сисоєва, юридична компанія «Dentons». Усім доброго дня, чи вже вечора, мабуть. Дякую усім учасникам заходу, які дочекалися, мабуть, найцікавішої секції, найпотрібнішої для сектору сільського господарства. Ми будемо говорити про фінансування експорту сільськогосподарської продукції. Мене звуть Максим Сисоєв, юрист юридичної фірми «Dentons». Ну, ми працюємо з фінансовим питанням в сфері сільського господарства, не лише в Україні, а ще по всьому світі. І тому саме ми і підтримували цей захід. Дозвольте мені представити наших спікерів. Ну, почнемо. Поряд зі мною сидить пан Геннадій Хелемський з Ощадбанку, який очолює структури торгівельне, голова структурного торгівельного фінансування. Правильно? Так, да, посада. А поряд з ним сидить Олена Волошина, це голова Міжнародної фінансової корпорації Київського офісу. І також є в нас представник Укрексімбанку, голова відділу корпоративного бізнесу. Отже, перейдемо до суті питань, які ми хотіли б проговорити сьогодні. І певне, через усі ці обставини, які в нашій країні зараз відбуваються, яка ситуація склалася і в економіці, і ситуація на Сході, більш всього хвилює питання того, а які є інструменти фінансові, які доступні зараз в Україні, які можуть використовувати на різних етапах сільгоспвиробники, експортери, які зміни відбулися в сфері фінансування, можливо, з минулим, недалеким, і які, можливо, ми можемо очікувати зміни у фінансуванні як ваших інституцій, це вже питання до учасників панелі, або в цілому на ринку, завдяки яким можна буде фінансувати експорт сільськогосподарської продукції. Ну, мабуть, ми почнемо з Ощадбанку і потім передаватимемо слово далі. Турій, точно многочисленный. Мы универсальный банк, соответственно, мы предлагаем полный спектр продуктов, в том числе и для аграриев. Аграрии, особенно экспортеры, это, естественно, приоритетная для нас область. На данный момент вложено более чем 13 миллиардов гривен в эту отрасль. Тенденция растет, мы не уменьшаем наши, грубо говоря, лимиты на этот сегмент, мы его только увеличиваем. Естественно, мы предлагаем все, там, короткое финансирование, длинное финансирование, оборотный капитал, инвестиционный. Естественно, в нынешней ситуации, при условии, скажем так, определенного кризиса ликвидности, который присутствует на рынке, это сужает некоторые наши возможности. Но если мы и финансируем какие-то отрасли, то сельское хозяйство, ну, естественно, в приоритете. Что касается нашего торгового финансирования, мы делаем, естественно, опять же, весь спектр сделок. Это вот локальных каких-то там гарантий до международных гарантий аккредитивов под трейдеров. Мы готовы финансировать инфраструктуру. Есть лимиты открыты от экспортных агентств, то есть готовы в эти истории идти. В принципе, сильно рассчитываем, естественно, на средства IFI, которые дадутся нам торговое финансирование рано или поздно. Ну, пока это достаточно сложный вопрос, но мы работаем в этом направлении. Поэтому мы готовы, мы хотим. У нас достаточно большой аппетит в этом сегменте. У нас большой объем сделок, которые были сделаны. В принципе, мы понимаем, что, опять же, инструментарий сужается, но эта отрасль, она действительно в приоритете. Спасибо большое. Слово я тогда передам Елене Волошиной, которая расскажет, чем Международная финансовая корпорация может порадовать на сегодняшний день или в ближайшее будущее, какие будут возможные финансовые ресурсы. Добрый день, уважаемые дамы и господа, те немногие, которые остались. Я пытаюсь понять, то ли на нас на банке уже совсем все махнули рукой, да, все равно от вас денег не получишь, то ли наоборот, да. Но вот на самом деле вот мы здесь присутствующие, может быть, не хватает еще
можно было бы вот те два кресла заполнить, может быть, три, четыре. Я бы добавила еще Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк для международных структур. Я бы, пожалуй, еще добавила к двум государственным банкам, я бы еще добавила, может быть, Райффайзен и Crédit Agricole. Вот это те банки, которые на сегодняшний день есть с точки зрения банковского финансирования для сектора. Причем даже они, коллеги, наверное, подтвердят, срезают лимиты даже на очень хороших клиентов. Поэтому финансирование недостаточно, финансирование в основном короткое. И в таких условиях, что делает институт развития, каковым является Международная финансовая корпорация, да, мы можем напрямую финансировать крупные компании, компании с экспортной выручкой, потому что наше финансирование валютное. Здесь присутствует компания Grafusion, которая является нашим клиентом. Вот компании такого уровня, такого масштаба мы можем финансировать напрямую. Вы, наверное, слышали о двух наших последних сделках. Мы профинансировали Ниву Переяславщины 25 миллионов долларов на развитие производства свинины. И интересная такая сделка с Мироновским хлебопродуктом, наш давний клиент, который благодаря нашему финансированию стал первой украинской компанией, которая выплатила свои евробанды. Что касается компаний второго эшелона и тем более третьего эшелона, то здесь мы напрямую их финансировать не можем. Поэтому делаем мы это обычно в партнерстве с банками, то бишь мы даем кредитную линию, например, Укрексиму или Ощаду, или Crédit Agricole или Райффайзену, для того, чтобы они дальше предоставляли финансирование более мелким и средним компаниям. Сегодня этот инструмент есть, но и этот инструмент мало кому доступен, в силу того, что у мелких и средних предприятий нет валютной выручки, а мы по-прежнему говорим о валютном кредитовании. И поэтому сегодня мы запускаем третий механизм. Это механизм разделения рисков, который может принимать разные формы, как ликвидные, то есть там, где участвует, собственно, финансирование, так и безликвидные, где мы играем своим AAA рейтингом. И речь идет о том, что мы делим риски не только с банками, зачастую не столько с банками, а с теми, кто финансирует посевную, с теми, кто предоставляет средства защиты растений, семена, и с теми, кто покупает эту продукцию. То есть мы в определенном смысле возвращаемся к середине, концу 90-х годов, когда сектор во многом финансировался не банками, а как раз именно теми, кто поставлял inputs и покупал outputs. Вот сегодня мы видим эту тенденцию, и пытаясь помочь расширению вот этого вида финансирования, мы работаем над запуском различных финансовых инструментов типа векселей, которые могут быть авалированы банком. И такая программа у нас работает с Байером, с Райффайзеном, с Crédit Agricole. И мы уже запустили механизм расписок под будущий урожай. Первые 4 расписки выданы в Полтаве. И мы надеемся, что дальше мы будем расширяться в другие области и в другие партнеры у нас будут возникать и по этому инструменту тоже. В дальнейшем, мы надеемся, года через 2-3 этот инструмент станет интересен и для банков тоже. Спасибо большое, Елена, за такой обзор доступного финансирования. Я хотел бы передать слово Александру Гросу из Укрэксимбанка, чтобы он рассказал, чем Укрэксимбанк может порадовать, какие предоставить условия для финансирования. Благодарю. Господа, я имею за честь представлять наш государственный экспортно-импортный банк Украины на таком значительном мероприятии. К сожалению, многие устали от переизбытка информации и покинули данное мероприятие. Но в адрес оставшихся я позволю себе немножечко условной и лирики, и философии. Господа, верим мы или нет, но бизнес – это живая сущность. Весьма болезненно реагирует на любые негативные изменения во внешней среде. Бизнесу, как и нам, с вами, необходима просто благоприятная среда для эволюции, для развития. Вы прекрасно понимаете, что фермерское хозяйство, общество с ограниченной ответственностью, концерны, холдинги – все это, одним словом, юридические лица, но это виртуальные субстанции,
объективно это вы, менеджеры, собственники, акционеры, инвестора. Личности, которые генерируют мыслеформы, которые становятся идеями, проектами, и которые с помощью вашей свободной воли материализуются в виде определенных материальных и нематериальных активов, в виде финансовых показателей и результатов ваших прибылей. Безусловно, что вы, лидеры личности, влияете и взаимодействуете со всеми субъектами хозяйственной деятельности. Я имею в виду с вашими сотрудниками, вашими партнерами, покупателями, поставщиками, с банками, и в том числе с государством как субъектом в лице, скажем, налоговых органов, различных социальных структур и прочих. Не буду перечислять, вы прекрасно знаете. Одним словом, вы, имею в виду топ-менеджеры, акционеры, собственники, вы дух, вы разумная сила, которая является движущей в данном случае силой. А компания ваша с вашими корпоративными ценностями, миссиями, целями, с вашими корпоративными активами технологическими является практически душой бизнеса. Сейчас речь, тематика на сегодняшний день, это как раз о третьей составляющей, это о материи, то бишь о денежных средствах, либо их производных. Сегодня это проблема, к сожалению, над которой нам с вами придется очень-очень серьезно работать. Сейчас я бы хотел непосредственно перейти к вопросу нашей тематики, вопросу ресурсов, финансовых инструментов, то бишь тех проблем, которые у нас сегодня существуют. Вы прекрасно помните, когда в стране возникла турбулентность, я имею в виду в политической, социальной, экономической плоскости, моментально возникли проблемы. Проблемы в виде ликвидности, ресурсного голода и прочего. Если задать вопрос «почему?», я думаю, что вопрос в большей степени находится все-таки в моральной, этической и нравственной плоскости. Вы прекрасно помните, что произошло. И эта проблема возникла не в плоскости следствия, а именно первопричин. Что сделал бизнес в большинстве своем? Я ни в коем случае не обобщаю и не хочу никого обвинять. Заранее извиняюсь. Вы прекрасно понимаете, что бизнес, а точнее дух его, что сделал? Попытался свою материю как можно лучше обезопасить. Безусловно, гораздо лучше где-то на пляже под солнышком, где гораздо ниже риски, где спокойно, тихо, хотя и гораздо ниже доходность. Тем не менее, большинство попыталось обезопасить. И это все привело к тем последствиям, которые мы сегодня имеем, к тем проблемам, что как у вас, так и у нас, к сожалению, есть проблемы с ресурсами. А это, соответственно, не позволяет нам динамично развиваться, реализовывать свои проекты, цели и задачи. Знаете, в этой ситуации я хочу... То же самое произошло с населением. Вы прекрасно понимаете и знаете, что произошло, какие колоссальные оттоки. И хочу отдать только должное в этой ситуации нашему государству, в лице Национального банка, который очень-очень оперативно попытался заместить потери этой материи. И благодаря Национальному банку удалось сохранить на плаву банковскую систему, соответственно, отчасти и бизнес. Что я хотел бы вам еще озвучить? Хотя, снова же повторюсь, я прекрасно понимаю, что это закономерное поведение бизнеса, потому что бизнес предельно эгоистичен. Это его природа, его суть. Но, с другой стороны, а как же нравственность, этичность, социальная ответственность? Неужели бизнес и нравственность еще не совместимы? Я уверен, что вы так не считаете. Наоборот, большинство из вас принимает очень активное участие в разных социальных программах, мероприятиях, проектах, потому что вам не безразлична судьба ни ваших сотрудников, ни их семей, ни судьба государства в целом. Мы прекрасно знаем, что произошло в результате этого эгоизма. По-другому это, к сожалению, назвать невозможно. Просто то, что, снова повторюсь, мы остались без необходимых инструментов, либо остались с очень узким спектром. Надеюсь, такое хорошее высказывание. Говорят, что деньги есть всегда, только карманы меняются. К сожалению, карманы всегда ищут очень уютную и тихую гавань. Наша задача, наверное, с вами теперь совместная – найти эти карманы, позаимствовать, безусловно, временно, на общее благо. Благо нашей компании,
благо страны в целом, благо нации даже, скажем так. Снова повторюсь, это в наших руках, и мы отчасти на это можем влиять. Хотел бы очень кратенько затронуть вопрос, также очень актуальный и щепетильный, который всех беспокоит, имею в виду представителей бизнеса, вопрос ценовой политики, ценового аспекта. Вот представьте себе, если бизнес сегодня хочет размещать месячный депозит под 20-22, а получать плату по текущим остаткам 10-16, то вопрос, а какова конечная стоимость кредитного ресурса? Я отвечать не буду, вы прекрасно понимаете и знаете. Но снова же повторюсь, этот фактор отчасти в наших руках. Мы можем на это влиять и должны. Но, к сожалению, пока это не происходит. К сожалению. А сейчас я очень кратенько перейду все-таки о наших возможностях, о возможностях Государственного экспортно-импортного банка Украины. Вы все знаете, что даже в пик турбулентности банк не останавливал процесс кредитования и сейчас активно работает в этом направлении, кредитования реального сектора экономики и в частности агропромышленного комплекса. Потому что для нашего банка, скажу откровенно, это приоритетное направление. Буквально краткая статистика. Если в целом в банковской системе удельный вес кредитов в агропромышленный комплекс составляет около 8%, то в нашем банке практически 18-20%. Мало того, из этой суммы более 20% это фондировано именно как раз за счет международных финансовых организаций. Благодаря им, снова же повторюсь, мы профондировали более чем на 5 миллиардов гривен агропромышленный комплекс. Это касательно программ энергоэффективности, поддержки экспорта и прочих финансовых инструментов удовлетворения потребностей бизнеса. Я хочу еще также, господа, вас осведомить в том, вы, наверное, большинство знаете, что есть очень хорошее знаковое мероприятие, точнее вещь. На сегодняшний день нашим банком достигнуты принципиальные согласия о реструктуризации наших евробондов. Это очень хороший знак, знак для нашего банка, знак для вас и знак для страны в целом. Это говорит о том, что все-таки есть первые признаки восстановления доверия к нам, как к стране. И это очень-очень хорошо. Итак, что мы вам сегодня можем предложить? Вы все эти инструменты прекрасно знаете, вы практики, вы оперируете ими ежедневно практически. Начну с банального. Это вопрос касательно финансирования оборотного капитала. Как национальной валюты, так и иностранной. Почему говорю так само, то же самое иностранное, поскольку большинство из представителей аграрного бизнеса одновременно являются и экспортерами. Посему для вас валютный риск в данном случае абсолютно адекватный. Финансируя оборотных средств, имею в виду в виде возобновляемых, невозобновляемых кредитных линий, факторинга, овердрафтов, то бишь любой продукт, который наиболее приемлем и будет адаптирован для вашей специфики бизнеса. Безусловно, это инвестиционное кредитование. Сейчас я бы хотел свое внимание акцентировать в первую очередь также на тех программах, в которые наш банк участвует совместно с международными финансовыми организациями. В частности, это программы касательно энергосбережения и энергоэффективности. Вы прекрасно понимаете, что вопрос очень важен для вас и для страны в целом. Для вас это понятно – себестоимость, конкурентность, доходность. Для страны в целом это вопрос энергетической безопасности. Посему, еще раз повторюсь, у нас есть действующие программы, есть лимиты как с Мировым банком, так и с Европейским банком развития и реконструкции. Добавлю еще, что банк сегодня готов рассматривать финансирование по этим проектам даже в национальной валюте. Да, ранее у нас были еще интересные программы касательно поддержки экспорта. Это программа ПРЭ-2 и прочие. К сожалению, лимиты на сегодняшний день выбраны, но сегодня ведутся переговоры в реальной плоскости касательно расширения и увеличения лимитов с Европейским инвестиционным банком и с Мировым банком. Они нам предоставят финансовые инструменты, которые нам позволят, снова же, скажем образом, поддерживать нашу экспортную отрасль. Лимиты довольно-таки приличные, я сейчас не буду озвучивать, но довольно-таки большие. Как только мы достигнем договоренности, безусловно, что мы формируем всю бизнес-среду, и у вас будет возможность воспользоваться этим всем. Понятно, скажем, есть и другие инструменты, это инструменты дорогового финансирования, которые вы прекрасно знаете, это документарные операции, это авалирование векселей и прочие инструменты. Снова же повторюсь, детально останавливаться не буду, вы их всех очень хорошо знаете как практики. Одним словом скажу, что мы всегда к вашим услугам со всем своим спектром банковских инструментов. Да, лукавить не буду. Поменялась внешняя среда, немножечко изменились требования банка. Отчасти они ужесточились.
потому что, к сожалению, таковы наши сегодняшние реалии. И вы это прекрасно понимаете. Вы тоже немножечко поменяли свои подходы к своим поставщикам, покупателям, контрагентам, партнерам. Это наши реалии. Что я бы хотел еще сказать? Даже невзирая на все это, мы готовы и приглашаем вас к конструктивному партнерскому диалогу для поиска оптимальных путей решения текущих задач. И поверьте, это в наших с вами силах. И снова повторюсь, это в наше общее благо. И хочу затронуть еще один маленький вопросик. Буду предельно лаконичен, не буду вас утомлять, за весь день вас довольно-таки серьезно утомили. Это вопрос, когда будет возобновлено финансирование коммерческими банками? Хотя на него я ранее ответил, и ответ вы, наверное, знаете не хуже меня, и вы прекрасно понимаете, что он зависит, этот вопрос непростой, я бы сказал, даже слишком сложный, потому что он зависит от многих как объективных, так и субъективных факторов. Но тоже повторюсь, мы с вами в состоянии решать этот вопрос. На этом я бы хотел поблагодарить вас за внимание, пожелать вашему бизнесу, вам лично, гармоничного процветания и, безусловно, благоприятной среде. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Действительно, исчерпывающий ответ по всем моментам. Добавить, что тоже сложно, но все-таки вы затронули очень важный такой момент, который волнует, беспокоит рынок, о том, когда же действительно возобновится финансирование, да, коммерческими банками, когда восстановится система. Спасибо, что поделились вашим видением. Вот хотелось бы услышать также видение Елены и Геннадия, когда у нас полномасштабно восстановится или хотя бы вернется к тому уровню, которое было ранее финансирование, учитывая все факторы, которые есть в стране, учитывая сложности, как Елена сказала, что сейчас в основном финансирование краткосрочное, учитывая, что международные банки и так далее не финансируют Украину, а в основном благодаря таким, как Международная финансовая корпорация, ЕБРР и другим МФО, все-таки удается держаться на плаву. Пожалуйста, коротко ваши комментарии. Я воспользуюсь подсказкой коллеги, перейду в плоскость духовного. Да? Я думаю, что финансирование банками восстановится тогда, когда восстановится наше с вами доверие к банковской системе. Вот тогда, когда мы с вами понесем гривну и будем класть ее не на 3 или 6 месяцев, и не в тот банк, который обещает мне большие проценты, а в тот банк, который является нормальным реальным банком. И мы этому банку будем доверять настолько, чтобы класть свои депозиты на 3, 5, 7 лет и не требовать, чтобы у нас была возможность досрочно их забирать. Вот тогда, когда это доверие восстановится, тогда и восстановится способность банков финансировать и кредитовать ваш бизнес на нормальный срок и под нормальную процентную ставку. То есть минимум 3 года ждать? На самом деле это зависит от нас с вами. Так быстро, как будет очищена банковская система, там масса макроэкономических вещей, которые нужно снять, начиная от реструктуризации суверена, которая многих из нас держит. Но вот нужно быть реалистичными. Знаете, один мой клиент, человек, которого я очень уважаю, я не буду называть его имени, он потерял достаточно приличную сумму денег, положив ее на депозит в один из банков, который сегодня находится в проблеме. И он сам себе сказал: ты же знал, тебя заинтересовал высокий процент, поэтому ты это сделал. Вот когда мы перестанем ждать, что нам все должны высокий процент, а потом, когда этот банк накрылся, то ты винишь в этом и себя в том числе, а не только этот банк, вот тогда мы начнем нормально относиться к банкам, и восстановится доверие к банковской системе, и банки начнут к нам тоже относиться нормально, и не будут нас, в общем-то, культурное эквивалент слову, обманывать. Вот. Спасибо. Геннадий, а вы как представитель банка, не того банка, которого упомянула Елена, который нет этих проблем, другого банка, каково ваше видение?
каково у вас? Ну, неблагодарное дело говорить свое видение после госпожи Волошиной. Я добавлю от себя. Вот заметьте, на панели присутствуют три представителя банка. На самом деле мы, наверное, чуть ли не единственная страна, где под финансированием подразумевается исключительно банковское финансирование, исключительно кредитование. У нас нет никаких других альтернативных источников, к сожалению, к великому, кроме, там, грубо говоря, Horizon, да, там еще там из Capital, может быть, там одного-двух инвестиционных фондов, которые работают в Украине. Все остальное финансирование – это исключительно банковские продукты. Хотелось бы, конечно, чтобы нас тоже там дополняли там другими альтернативными продуктами. Поэтому мы, естественно, стараемся, делаем, что можем, но на самом деле даже в хорошие там, годы, там, 11-12, Украина была существенно over-leveraged. И украинский бизнес был over-leveraged. Других альтернативных источников, кроме нас, не было, ну и сейчас нет тем более, к великому сожалению. Поэтому хочется, чтобы они вырастали, там, страховые, пенсионные фонды, альтернативные какие-то источники, там, венчурные фонды, чтобы это было более-менее цивилизованно. Пока под финансированием подразумеваются исключительно банки. Мы, конечно, делаем, да, и все, что можем, особенно там государственные банки, да, там стараемся, помогаем, международные банки, которые остались, естественно, IFI, но, естественно, в стране есть необходимость над альтернативными источниками. Спасибо большое, Геннадий. Уже затронута была тематика, но хотел бы, чтобы более детально, может быть, опять же таки коротко, но более детально все-таки остановились на вопросе, кто сейчас ваш клиент, да, банков. Кого вы видите в сельскохозяйственной сфере как клиента и какие требования вы сейчас предъявляете к компаниям, которые приходят к вам за финансированием, какие основные вехи в процессе получения займа, возможно, с государственными банками уже знакомые участники, но, может быть, международная финансовая корпорация какие-то детали могла бы осветить, которые были бы интересны для участников. Ну, наверное, да. Ну, смотрите, требования на самом деле не изменились. Мы по-прежнему смотрим на компании лидеры в секторе, мы по-прежнему смотрим на компании с экспортной выручкой, мы по-прежнему смотрим на компании, у которых нормальная, понятная структура собственности, нормальный, правильный менеджмент, компании, которые четко понимают, где они будут через год, три, пять. Базовые параметры. Я могу к этому добавить там аудированную финансовую отчетность в АФРС, я могу к этому добавить определенный размер выручки, я могу к этому добавить определенный размер кредитной нагрузки, которая на компании уже есть, если мы говорим о дополнительных кредитных ресурсах. Но это все вторично. Вот главное, да, нам нужен партнер. Поэтому, если говорить о вехах, опять же, нас часто обвиняют в том, что мы длинные, бюрократичные. Это все правда. Ну, правда, очень длинные и очень бюрократичные. Когда-то у меня был в Украине один из проектов, который мы закрыли за 4 месяца. С тех пор этот рекорд нам не удавалось повторить никогда. Сегодня реально давайте будем говорить о том, что от мандата до получения денег у нас пройдет, наверное, хорошо месяцев 9, как минимум. Вехи. Самая главная веха для меня – это когда я сажусь и разговариваю с собственниками и с менеджментом. Вот если вот в этой вот такой стратегической дискуссии мы понимаем, что мы комфортны друг другу, что у нас, я опять же, да, вот мы вроде как банки, да, и вроде бы говорим финансовым языком, и мы вроде смотрим на финансовые показатели, баланс, P&L, а по большому счету в украинских реалиях, давайте будем честны сами с собой, мы финансируем в большей степени людей. Поэтому для меня веха – это вот стратегическая дискуссия с руководством и с собственниками компании. Если я понимаю, что это люди с такими же ценностями, если я вижу, что у них мотивация не просто быстро вот так вот там заработать и уехать там под пальмы, да, кто-то тоже из коллег сказал, а мотивация быть в этом бизнесе надолго, передать его своим детям, или выйти потом на IPO, или привлечь стратега. Ну вот они четко понимают, где они будут со мной вместе через 5 лет. И тогда мы понимаем, и тогда им несложно происходить весь этот бюрократический процесс, потому что они знают, зачем они это делают. Вот это для меня самая главная веха. Остальное там уже там мандатное письмо, кредитный комитет, там board approval, это все it comes next. Просто ожидать, что чуть-чуть время займет, да? Вот как раз Александр может добавить, как это происходит в Укрэкзимбанке, на что обращают они внимание. Я хотел бы дополнить своего коллегу предельно лаконично. Вы прекрасно понимаете, что кредитоспособность – это не только возможность, это и желание. А желание находится в плоскости как раз менеджмента акционеров. И это субъективный фактор, но тем не менее очень важен.
Даже в методике Национального банка предусмотрено, что в пределах оценки заемщика до 30% может отдавать как раз субъективному фактору, а именно это профессионализм менеджмента, его желания, не возможности, а желание выполнять свои обязательства. Посему, поверьте, это очень важный фактор. И мы верим вам, то есть тем людям, которые делают бизнес. Потому что что такое бизнес? Это не что, это вы. Безусловно, что ошибаемся. Такова жизнь, к сожалению. Ага. И может вы добавите, на что вы смотрите? Такое ощущение, что только на менеджера смотрят. Слушайте, ну на самом деле, во-первых, достаточно смешно, что нас, например, с AFC обвиняют в одних и тех же вещах. Да, что мы тоже бюрократизированы, долгие. Там, мы в неплохой компании, поэтому мы выживем, да, все вместе. То есть, ну, объективно, мы не венчурный фонд, да, поэтому мы не финансируем какие-то венчурные истории. Да, мы государственный банк. Естественно, мы работаем в коммерческих условиях, то есть мы хотим зарабатывать прибыль. Мы смотрим на тоже успешные компании. Мы смотрим, в принципе, как от малого фермера до крупных компаний. Наш там тикет максимальный, который мы можем выдавать, это там, $250 миллионов в одни руки. То есть даже большой тикет, там, сейчас меньше из-за колебаний валюты. У нас есть подразделение, целый департамент, который занимается микро, малым и средним бизнесом, новосозданный, поэтому руководство банка смотрит очень внимательно на этот сегмент и, скажем так, очень сильно доверяет в этот сегмент, верит в это направление. Мы смотрим на средний корпорат, на большой корпорат, имеем работы от, там, условно говоря, самая малая наша гарантия, которую мы выдавали, это было там, $300-350 тысяч. Да? Самая большая – это уже там, десятки миллионов. Соответственно, мы готовы работать, нам это интересно. Из вех они такие же, как в любом другом коммерческом банке. Мы, естественно, точно так же смотрим документы, залоги, все такое прочее, что с ним связано. Естественно, нам точно так же важна позиция акционеров и менеджмента. Тут я согласен полностью с коллегами, потому что отчетность даже IFRS в украинских реалиях – это действительно более-менее условность. Она может быть такой, а через полгода она может быть совершенно другой, абсолютно непрогнозируемой. Да. Но с людьми, которыми есть достаточно большой объем клиентов, по которым мы понимаем, что да, ему сейчас тяжело, сложно, но через 2-3 года это будет ревайвл, это будет нормальная история, мы с ними готовы идти дальше, и мы с ними готовы дальше работать. Пережили один, второй, третий, пятый кризис, в принципе, довольны, они с нами довольны. Есть клиенты, которые со счет банка 15-20 лет. Это абсолютно коммерческие клиенты, это совсем не какой-нибудь так, автогаз или еще что-то. И, в принципе, очень сильно довольны. Спасибо большое, Геннадий. У меня последний вопрос, и мы тогда перейдем к вопросам из аудитории. Вопрос к Елене. Уже немного упоминалась тема с аграрными расписками. Действительно, был пилотный проект в Полтавской области. Насколько известно, достаточно позитивная обратная связь от этого проекта. Есть планы распространить ее на другие области. Вот хотел узнать, Алена, вот поскольку МФК был одним из инициаторов, финансировал этот проект, ваше видение, как будет развиваться этот проект в Украине, действительно ли создадут условия для дополнительного финансирования аграриев и каково будущее в целом аграрных расписок? Смотрите, тут я, наверное, похвалю новое руководство Минагро, которое нам очень помогает в том, чтобы снять все нормативные затыки, которые не позволяли этому инструменту заработать. Они с нами вместе ходили в налоговую, они с нами вместе ходили в комиссию по ценным бумагам, они с нами вместе ходили во все другие институты для того, чтобы снять вот эти всякие маленькие крючки. Для того, чтобы документ заработал в полную мощность, вполне вероятно, что нам потребуются законодательные изменения. Эту штуку предсказать в этой стране не может никто, когда наши законодательные примут какой даже самый лучший документ. Поэтому пока мы работаем вот в том поле, в котором мы можем, да, юридическом, мы сделали реестр. Вот, с реестрами это тоже ситуация в стране у нас интересная, поэтому вот если нам удастся это все вести так, как мы это ведем, то я думаю, что ну вот где-то, наверное, может быть, на следующий сезон мы распространимся на несколько областей. Реально, когда к этому смогут подключиться банки, и когда, может быть, мы что-то, какой-то финансовый продукт сможем дать рынку, может быть, совместно с банками, и, скорее всего, это так и будет, потому что мы не можем без банков это делать. Я думаю, что это реально мы можем говорить где-то уже там, через полтора года. То есть перспективы есть, учитывая, что, как вы говорили, 3 года минимум для восстановления финансирования банками, то есть это в более краткосрочной перспективе может
помочь привлечь финансирование для производителей, то есть быстрее, чем восстановление системы банковской. Нет, ну смотрите, уже сегодня большая часть финансирования для сектора предоставляется как раз именно поставщиками средств защиты растений, семян и так далее, или там, например, трейдерами, которые покупают эту продукцию. Практически все, вот те, с кем мы работаем, это и BASF, и Syngenta, и NCH, и уже с нами хочет разговаривать по этому поводу Топфер, который уже сегодня финансирует фермеров, и уже хочет на эту тему разговаривать Каргил. То есть я думаю, что вот этот ком начнет как-то расширяться. Я не думаю, что пока что к этому присоединятся банки. Мне кажется, здесь коллеги более компетентны сказать, чем я, мне кажется, банки скорее пойдут на вот эти двойные складские. Этот документ уже, этот инструмент откатанный, он более-менее как бы рынку привычный. Мне кажется, что они пойдут скорее. Хотя это фактически как бы два документа одного процесса. Один до урожая, второй после. И ну вот, мне кажется, что толкать мы его будем все равно. Наверное, к следующему сезону уже какие-то объемы будут. Я думаю, это позитивные новости. И у нас появились уже вопросы в зале. Пожалуйста, первый вопрос. А есть микрофон, извините, чтобы все услышали. То есть по аграрным распискам мы поняли достаточно оптимистично. Оптимистичнее всего смотрим по поводу. Уже и появился рекомендованный нотариус какой-то в Полтавской области. Спец. Да, 4. У меня вопрос, госпожа Волошина, по поводу вот как раз последнего по аграрным распискам. Я представляю Ассоциацию пчеловодов Украины. Если мы изучили вопрос, вот что есть, скажем, по информационному полю, по аграрным распискам, и нам этот инструмент интересен как пчеловоду. Вы говорите о том, что есть практика, начинается практика внедрения расписок с аграриями. Вы имеете в виду в каком направлении? Я поняла, семена, так? И что именно, в какое направление аграрного сектора? Вы по зерну, так? По зерну. То есть вот это как бы уже отработано. В пчеловодческом секторе очень интересная позиция, потому что за сезон мы имеем полный цикл. И здесь просила бы вас тоже немножечко, может быть, в этом отношении с нами поработать, потому что это очень интересно для пчеловодов. Сегодня, и я параллельно перехожу во второй вопрос, который будет абсолютно связан с этим. В Украине сейчас 400 тысяч пчеловодов. Пусть не каждый из них станет кредитором в банке. Но мне кажется, что даже если 15-20-30% из этого количества людей и предпринимателей, которые начинают вырастать, потому что пчеловодство стало экспортоориентированной, мы хотели бы, конечно, получить от банка программу кредитования именно этого сектора, потому что он явно отличается от других аграриев. И если будет какая-то программа кредитования, клиента будет дольше в банке, соответственно, это будет интересно и банку, и пчеловоду. Очень нуждается этот сектор во вливании денег, потому что если мы сегодня говорим о том, что у нас экспорт вырос, то это только благодаря деятельности, скажем, нашей общественной организации на мировом уровне. Мы просто популяризировали, и, в общем-то, экспорт вырос, потому что действительно продукт у нас хороший, и мы можем вполне играть роль медовой державы в Евросоюзе. Мы первые в Европе и четвертые в мире по производству меда. Но пчеловодство – это еще опыление. Кроме меда у нас другой есть товар пчеловодческой продукты. Это воск, это маточное молочко, это пчелы, это матки. То есть у нас есть продуктов очень много. Пчеловодство – это апитерапия, пчеловодство – это апитуризм. То есть у нас сектор пчеловодства, он очень широкий. Поэтому и здесь не задействован банковский сектор. Здесь абсолютно не задействованы страховые компании. То есть пчеловоды сами по себе маленькие, скажем, общественные, ну, маленькие такие господарства. И мы можем потерять экспорт только из-за того, что фактически этот малый и средний бизнес не получает подпитки. Спасибо. Я как общественная организация, конечно. То есть это вопрос Алене, да? Да, да, пожалуйста. Большое вам спасибо, потому что каюсь, да? Вот, честно говоря, на пчеловодство и производство меда не смотрели. Ну, понятно, ты смотришь Украина, что первое зерно, второе смотришь курица, третье смотришь свинина.
мы уж до меда не дошли. Да? Масло, да, подсолнух, Китай, рынки, размеры, объемы. Лично обратила внимание на пчеловодство после того, как Владислава Валерьевна сообщила, что вот очень быстро мы выбрали квоту по экспорту на Европу, и на самом деле понимаю, что тут есть дырка. Ничего не понимаю в пчеловодстве, поэтому у меня к вам большая просьба, давайте обменяемся координатами, сядем с вами поговорим, вы меня научите, пожалуйста, а я со своими попытаюсь потом понять, какая у нас есть экспертиза в других странах, где мы это делали. А если ее нету, то попытаюсь понять, каким образом вот этот вот аграрную эту расписку, можно ли ее там применять или нет. Потому что сейчас не готова сказать. Мы ее используем так, как делала это Бразилия. Бразилия использовала сугубо для зерновых. Вот там она работает 100%. Мне нужно понять фишку, в чем сектор, то ли вам там... Вот 400 тысяч для вот такого объема продукции, значит, они маленькие, значит, это семейные фермы, скорее всего. Как им финансироваться в банках, не очень понимаю, какие залоги. Может, там какие-то нужно формы кооперации делать, может быть, еще что-то. Вот просто вот спасибо, что подняли вопрос. Очень вас прошу, уделите мне часа два вашего времени, я найду. Спасибо. Геннадий добавит еще. Ну, если позволите, я немножко добавлю. Вообще достаточно интересная у нас страна. Есть целые сегменты, которые мы не охватываем. То есть я постсознательно понимаю, что, например, у нас достаточно большой экспорт орехов. Он весь какой-то такой серо-черный, непонятный, да? Он тоже как-то проходит мимо нас, но он есть, да, и он достаточно большой. Там тот же мед, видимо, тоже достаточно большой, тоже как-то проходит мимо нас. То есть мы все концентрируемся на зерно, масло, там вот это, руды там какие-то. То есть, ну, интересная история, отработайте, ну, если что, поможем. Ну, вообще, кстати, я хотел обратить внимание участников панели, что вот вчера был на одном мероприятии, также возникал вопрос, аграрные расписки – это штука для зерна. Да, там, допустим, контекст был свиноводство, молочное производство. Но все-таки мы, концепция была шире, то есть надо просто посмотреть на практике, будет ли работать с другими сферами, не только с зерном. Пожалуйста, может, кто-то еще хочет задать вопрос? И у нас только пчеловоды активные. Нет. А, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, сюда. Сюда, пожалуйста. Если разрешите несколько вопросов, Марина Козловская, экспертный совет Минэкологии и Громадский совет. Первый вопрос. Думаете ли вы что-либо по вопросу земельного банка? То есть земельного банка, вот это вот формирование рынка земли, тем более чудные новости, которые мы сегодня услышали, что территориальным громадам передадут права продавать землю, решать вопрос о продаже земли. Да? Вот хотелось бы услышать с точки зрения и патриотизма, и материализма. Вот это первый у меня вопрос. Тут, наверное, все выскажутся, да, Геннадий? Вообще, наверное, не очень корректно обсуждать планы акционера, да, там, то есть мы как бы мы все-таки государственный банк, акционер уже что-то хочет, пусть то и делает. Но я думаю, что попыток было много, ничего из этого не вышло. И, как мне кажется, у государства достаточно большое количество сейчас государственных, национализированных и всяких разных замечательных банков. И я так понимаю, что сейчас при помощи международных финансовых организаций идет на самом деле определение стратегии для этих существующих банков. Нам бы определиться с тем, что есть. Да? Поэтому какого-то специализированного института, ну, не думаю, что есть потребность. Буквально два слова. Вы прекрасно понимаете, что на этом этапе вопрос не актуален. Посему давайте какие-то комментарии. Не считается целесообразным. Мы так думали, что этот вопрос не актуален. Но, к сожалению, насколько я знаю, идея опять витает. У Всемирного банка достаточно жесткая позиция по данному поводу. Одним из условий получения одного из траншев было закрытие земельного банка в том виде, в котором он существовал. То есть как финансовый институт. Я здесь очень аккуратно хочу сказать, чтобы мы не подменяли понятие. В некоторых странах существует механизм земельного банка
как структуры, которые управляют государственной землей, но не как финансовый институт. Это совершенно два разных понятия. В Украине была попытка создания банка как финансового института на основании закона о банковской деятельности. Всемирный банк считает это плохой идеей. Что делать с государственными землями, об этом можно говорить. Какая структура должна их управлять ими, или же их вообще нужно приватизировать, проведя соответствующую инвентаризацию, оставив те части, которые необходимы для государственных нужд. Но, наверное, их должно быть не 10 миллионов гектар земли. Но делать это через механизм еще одного государственного банка по тем причинам, по которым сказал коллега, как и по другим причинам, мы считаем нецелесообразным. И финансирование такому банку никогда не дадим. Я хочу уточнить, может быть, просто без комментариев, что речь идет не... Чуть-чуть громче говорите, пожалуйста. Да. Речь идет о том, что земля тоже может быть залоговой формой, да? И на сегодня такая форма практически не используется. То есть у нас нет на сегодня системы оценки стоимости земли. Вот, абсолютно с вами согласна. К этому вопросу нужно подходить очень комплексно. Здесь вопрос не только оценки стоимости земли. Здесь вопрос всей законодательной базы для того, чтобы заработал рынок земли. Здесь нужно очень тщательно это все проработать и потом запустить правильные механизмы. Мы не уверены в том, что земельный банк является правильным механизмом. Нет, я просто земельный банк привела как образное такое выражение о том, что просто нужно думать. Когда вы говорите об этих залоговых расписках, да, понятно, что такой материальный продукт, который имеет быструю оборачиваемость, но тем не менее нам что-то нужно думать с капитализацией земли, и в рамках просто министерства это совершенно недостаточно, нужно думать о других формах. Еще один вопрос у меня. Знаете ли вы, что у нас полгода съезд, потому что это как раз касается вопроса одной из причин кризиса вот этого банковского, и я не думаю, что это только моральные факторы. Согласно угоде с ЕС, у нас там были вообще-то предусмотрены довольно большой комплекс мероприятий по работе в банковском секторе. И меня конкретно интересует такой ракурс. В ноябре месяце у нас было по 469-470 статье угоды с ЕС. Была создана неурядовая платформа, работая с Европейской экономической комиссией, которая по 15 рабочим группам накрыла все подразделения угоды с ЕС. И в апреле месяце она получила легальное признание в ЭКОСОКе, то есть полгода они работали. Я хочу узнать, каким-либо образом взаимодействует ли наш банковский сектор в вопросах банковской реформы, соответствующей группы, платформы по угоде с ЕС. Не совсем, наверное, вопрос к нам, и не совсем вопрос в рамках этой замечательной дискуссии. Не сомневаюсь, что банковский сектор очень успешно сотрудничает со всеми разными ассоциациями, которые существуют, и не государственными организациями. Но, откровенно говоря, это не находится в зоне моей ответственности, поэтому отвечать за наш замечательный банк я, конечно, не буду. Я, извините, еще тогда уточню. Вопрос, вот те вещи, о которых вы говорили, отслеживание экспорта, ставки, доверие и прочее, они как раз вписываются в этот вопрос. Это не вопрос ассоциации, это не вопрос общественной деятельности. Это группа, которая непосредственно работает с экономической комиссией Европейского Союза по отработке системы банковских стандартов, систем кредитования и всего прочего, то есть культура банковского сектора. И я вам приведу простой пример, по которому мы могли спокойно избежать вот этого вот конфликта, который у нас произошел зимой. Потому что, в принципе, по дорожной карте европейских реформ мы должны были до 2013 года внедрить группу стандартов по отслеживанию жизненного цикла продукции, в которую входит финансовый мониторинг. И мы бы спокойно отслеживали вообще все, что у нас происходит, и ценовой мониторинг, и перепады, и куда девается экспортная выручка, и очень многие другие вещи. И какой уровень маржи, и какой уровень выручки, и очень многое другое. И я
очень благодарна вам, что вы затронули эту тему, хотя бы в плане отсутствия. И я бы очень хотела попросить модератора конференции поставить этот вопрос в плане присутствия венчурных фондов и других фондов, без которых мы не сможем нормально развиваться. Потому что, находясь просто вот в этой вот кредитной петле и не развивая другие фонды, мы вообще не можем развивать рынок. Спасибо большое за ваш комментарий. Действительно, у нас в панели предполагалось участие представителя фонда, но по причине болезни, к сожалению, участие не мог присутствовать. К сожалению, у нас время подходит к концу. Вот Елена уже должна ехать на другую встречу. Если у вас какие-то вопросы возникнут к участникам панели, вы можете отдельно задать их по завершению мероприятия. Всем спасибо большое за внимание, что вы дождались. Ну и хорошего завершения вам дня. Да? Мы записывали, ну, в онлайне.